Первый домашний матч «Северстали» в новом чемпионате КХЛ против владельца главного трофея лиги собрал полный аншлаг в Ледовом дворце. Так сложилось, что череповчане не могут поразить ворота армейцев на своем льду с 2015 года. И в этом матче в атаке у «Северстали» многое не ладилось. Точнее, не позволял разгуляться опытный соперник. Сами армейцы атаковали много и охотно. Счет был открыт за минуту до первого перерыва. Отличился один из лидеров ЦСКА Кирилл Капризов. Во втором периоде «Северсталь» дважды играла в формате 5 на 3, но забить не смогла. А москвичи свой шанс использовали. Михаил Григоренко удвоил их перевес в счете. В третьем периоде Константин Акулов в быстрой атаке бросил точно в верхний угол ворот – 0-3. Четвертая шайба влетела уже в пустые ворота «Северстали», когда голкипер был заменен шестым полевым игроком. В итоге 0-4. Череповецкий клуб с поражения начинает домашнюю серию игр, вновь не сумев ни разу поразить ворота ЦСКА. В целом неплохой матч провели. Были там моменты, где создавали сложности. Удаление не обязательное. В принципе, ребята старались. За счет желания где-то компенсировали свои ошибки. Забили голы хорошие, в принципе, довольны победой, готовимся дальше. Большое спасибо болельщикам, полный дворец сегодня. Хорошая поддержка была. Вот, к сожалению, не забили. Ключевой момент, 5 на 3, два раза играли, не забили. Вот, но проиграли, скажем так, в мастерстве, но не проиграли в характере, я думаю, это дорого стоит. Следующий матч на своем льду «Северсталь» проведет уже 11 сентября. Соперником будет финский клуб «Йокерит». Прямую трансляцию этого матча смотрите на нашем канале. Начало в 18 часов 55 минут. Владимир Сентябрев, новости.